Здорово, Sony бояре! Официально в PlayStation Plus за май месяц игры, которые войдут в подборку, еще не объявили, но в интернете уже вовсю гуляет два слива с интересными видеоиграми, которые вполне вероятно могут, если слухи, конечно же, подтвердятся, попасть в подборку майскую PlayStation Plus игр за этот 2021 год. И первый источник заявляет о том, что в PlayStation Plus за май месяц 2021 года появятся две очень интересные и крупные, я бы сказал, даже игры. Это Battlefield 5 и Stranded Debt. Battlefield 5 это известный шутер по легендарной франшизе, а Stranded Debt это выживалка, которая недавно добралась и до консолей. Есть мультиплеер, можно поиграть и в одиночку, но с друзьями веселее. Если такую игру раздадут в PlayStation Plus, то я буду только рад. А следующий источник информации гласит о том, что в майскую подборку игр в PlayStation Plus за май месяц 2021 года могут попасть такие игры, как Resident Evil 7 Biohazard, который есть уже в PlayStation Plus Collection. И да, теория о том, что игры из PlayStation Plus Collection не могут попадать в обычный PlayStation Plus для пользователей PS4, уже разрушен, потому как Days Gone нам все-таки выдали. Ну и вторая игра, это новая игра, которая выйдет и войдет сразу же в PlayStation Plus. Skate City — это аркадное развлечение, в котором вы можете найти себе на свою жопу приключения, да. Народ, а какие бы вы хотели увидеть игры в PlayStation Plus за май месяц 2021 года? Напишите свой список из 5 игр, я обязательно почитаю. А вам спасибо за просмотр, бахайте лося и всем пока. Я иду на... Почти нокнул. Сейчас я его убью. Нокнул. Красавчик. Еще Блокхаум, да? Да, вот он за контейнером, все тут же, я тут вижу, же, тут вижу, же, вижу, вот он, вижу. Вот он, вот он. Красавчик. Это было вообще красиво, красава. Вообще найс. Nice.